Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, хочу с вами поделиться проектом, который только что встал на предстарт. Называется XLumia. Запуск системы старт 20 ноября 20.00 по московскому времени. Маркетинг и соцсети – все внутри кабинета. Клуб успешных интернет-предпринимателей. Значит, здесь ничего такого нет. Регистрация. Вводите имя, фамилия, логин, email, Payeer, кошелек. Прописываем. Пароль, повтор пароля. И кликаем «Зарегистрироваться». На главном я уже зарегистрирована. Я вчера зарегистрировалась очень поздно вечером. Я на часы даже посмотрела 22:33, пол 11 вечера. Вход по логину и имейлу. Кликаем «Войти». Значит, участников всего, обратите внимание, 29 человек, так как он только что встал на предстарт. Понимаем, да? И активация мест будет по дате регистрации. Так что спешите занять свои места. И, значит, что у нас всего пользователей... Пополнение, ну, естественно, еще не заработано, не выплачено, так как это все будет после старта. И на домашней страничке у нас находится партнерская ссылочка сразу же. Значит, ну, вот это вот у нас главная страничка домашняя. Далее, матрицы. Как я сказала, все внутри кабинета. Давайте посмотрим маркетинг. Вход всего в рублях 350 рублей. В долларах 12 долларов. Значит, здесь есть рублевый маркетинг и долларовый маркетинг. Рублевый маркетинг. Так. Это матрицы. Подождите, не туда нажала. Вот это будут матрицы, когда мы авторизуемся. Так, я еще ничего не пополняла. Маркетинг, друзья, кликаем. Вот рублевый маркетинг и долларовый. Кликаем на рублевый маркетинг. И смотрим. Значит, как я сказала, вход 350 рублей за пополнение матрицы. Заполнение матрицы происходит сверху вниз, слева направо. Ваши лично приглашенные партнеры идут за вами и закрывают свободные места в вашей структуре. Стартовый стол стоит 350 рублей. 50 рублей – реферальное вознаграждение. 300 рублей идет в структуру. 100% в сеть идет. Значит, первый стол у нас – это накопительный. Значит, второй стол. Да что это? Я не туда, не туда. Второй стол. 900 рублей. Мы перешли. Идут автопереходы, да? Мы это понимаем. Опять же таки, заполнение матрицы происходит сверху вниз, слева направо. Ваши лично приглашенные партнеры идут за вами закрывать свободные места. Так, второй стол стоит 900 рублей. Все средства накапливаются для перехода на следующий стол. Идет автопереход и второй стол. Также идет накопительный. Значит, третий стол 2700. Стоит, так, 2700, 1400 рублей уже на вывод.
700 рублей спонсору, 6000 рублей для перехода на следующий стол. Значит, идет на вывод спонсору и на вывод. Итого 1400 рублей. Следующий стол. 6000. Место уже стол четвертый. Значит, 2000 на вывод. 1000 спонсору. 15000 рублей для перехода в следующий стол. Значит, на вывод спонсору и на вывод. Итого 2000 рублей на вывод уже. Далее 15000 рублей. Пятый стол. 10000 на вывод. 5000 спонсору. 30000 для перехода на следующий стол. Значит, видим, 5000 идет на вывод. 5000 спонсору. И 5000 также на вывод. Итого 10000 рублей на вывод. 30000 рублей. Последний стол. 6 столов, по-моему. Значит, 90000 на вывод. Итого вы зарабатываете 103400 рублей с одного места. 6750 рублей реферальные начисления. Значит, тут уже смотрите, 30000 на вывод, 30000 на вывод и 30000 на вывод. Итого 90000 рублей. На выходе 103400 рублей. Согласитесь, неплохо. Ну и все. 6 столов коротких. Значит, следующий маркетинг. Тут уже я буду заходить на 350 рублей. А это уже по желанию также, если вы захотите, долларовый маркетинг. Все то же самое, только здесь двухместные столы бинар. Значит, стартовый стол 12 долларов. 2 доллара. Так. Стартовый стол 12 долларов. 2 реферального вознаграждения 2 доллара. 10 идет в структуру. Значит, также накопительный первый стол. Второй стол также накопительный. Все средства накапливаются для перехода на следующий стол. Третий стол. Здесь уже 10 долларов на вывод. 10 долларов спонсору. Здесь 10 также долларов на вывод. 10 спонсору. И 100 долларов для перехода на следующий стол. Далее. За 100 долларов уже 20 на вывод, 20 спонсору и 160 для перехода на следующий стол. 160 долларов на вывод и 160 также на вывод. Значит, 320 долларов на вывод. Итого вы зарабатываете 360 USD с одного места. 40 долларов реферальные начисления. И все. Как я сказала, 6 коротких столов. Вот такой вот проект. Напоминаю, что расстановка мест по дате регистрации. Нужно, главное, занять место. Чем скорее мы зарегистрируемся, скажем так, да? Далее. Так, матрицы еще. Рано показывать. Маркетинг я вам показала. Вы также можете сами все это изучить и посмотреть. Вкладочка «Мои рефералы» будут находиться наши партнеры, которых мы
пригласили. Всего рефералов, активные рефералы. Далее, финансы. Здесь вкладочка пополнение. Я пополню позже, поэтому будет совсем другое видео. Платежная система Payeer. Рубли, доллары. Здесь сумму. И Payeer. И фрикасса еще есть. Это все будет позже. Вкладочка вывод. Также это все будет после старта. Рубли, доллары. Далее. Перевод. И здесь история. Будет отображаться наш. Настройки профиля. Установить аватар. Это я также сделаю позже. Прописать Telegram я пропишу. И страничку ВКонтакте. Также я все это пропишу позже. Здесь есть при необходимости изменить пароль. И нужно будет установить 4-значный пин-код. Также это я все сделаю позже. Вот. Ну, в принципе, все настройки показала, выход. Есть чат. Если вы кликните, вас перебросит мессенджер. И по желанию вы можете присоединиться в чат. Я это сделаю позже, пока как бы я присоединяться не буду. И также есть Telegram. Если вы кликните в Telegram, я Telegram еще не открывала. Это все также позже пока. Главное занять места. Кому интересно, заходим. Напоминаю, старт проекта 20 ноября. Сегодня 9. У нас есть время, чтобы построить свою структуру. Для приглашения времени более чем достаточно. Так что приглашаю. На старте можно хорошо заработать. Услышьте меня. То, что расстановка мест по дате регистрации. Понимаем, да? Кто быстрее зарегистрируется. Понятно всем. Ну что, в принципе, на этом все. Как я уже сказала, приглашаю. Заходим, регистрируемся и занимаем свои места. И берем реферальную ссылочку и начинаем приглашать партнеров. Всем удачи, больших заработков. Благодарю всех за просмотр. До новых встреч!